Краба, когда он приезжает на площадку, проконтролировать качество выполняемых работ и поставить правильно задачу своим сотрудникам. Как мы контролируем качество выполняемых работ? В первую очередь мы проверяем геодезические отметки. Для этого мы купили нивелир филкевский. У нас есть отметка высотная. Нам выдается рэпер. Он равен 148,80. Это верх бетона. У нас есть рэпер, который находится... Вынеси нам геодезистом, которого мы его приглашаем. Он нам высотную отметку здесь отдает. Вот он, геодезийский рэпер. От него мы уже проверяем. То есть мы взяли нивелир, посмотрели, на какой высоте у нас находится ловушка. Потом, согласно чертежа, подняли на необходимую нам высоту, допустим, 148,14, это низ подбетонки или низ щебня. Нам нужно на 10 сантиметров выше сделать. Все, мы взяли ловушку, поставили нужный нам уровень и идем и проверяем вот эту зону. То есть, как только мы приходим, мы видим, что здесь уже натянута нитка сотрудникам, и мы проверяем, правильная высота или неправильная. В данном случае у нас он показывает 0. Значит, работа выполнена правильно. Следующим этапом у нас будет это уплотнение основания, и потом заливка подбетонки и устройство плиты.